Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся у нашего клиента Евгения и хочу взять у нее отзыв полностью, чтобы она могла рассказать о себе маленько, о своем выборе. Ну, в общем, давайте спросим. Здравствуйте, здравствуйте. Что о себе могу сказать? Мы приехали в Анапу 3 года назад. Приехали, и в общем-то, мы изначально понимали, что на юге надо жить в доме. Но когда мы смотрели дома, и мы посмотрели очень много домов, мы поняли, что нет того дома, вот в котором мы готовы жить. Он может устраивать нас внутренне, он нас может не устраивать снаружи, нас могут не устраивать соседи, то место, где он находится и так далее. То есть мы смотрели различные варианты. И потом мы просто купили квартиру, купили дачу, так скажем, загородный дом. И вот так жили и пребывали в таком состоянии. Потом мы поняли, что действительно, ну, ездить на дачу хорошо, но хочется вот постоянно там находиться, постоянно ходить на улицу, постоянно, чтобы у тебя был сад рядом. И совершенно случайно расскажу, как мы узнали об этом коттеджном поселке. Буквально, наверное, когда он только начинал строиться, мы ехали в аэропорт, я улетала в Иркутск к родственникам, и мы посмотрели, строятся дома, интересные такие. Буквально там 2 дома стояло, мы смотрим, красивые дома, в общем-то, близость к городу, рядом аэропорт, рядом вокзал, Витязево и самое главное море, потому что если здесь мы рассматривали, когда приехали, в том числе какие-то хутора, поселки, это уже удаленность от моря достаточно большая, там, ну, 10 километров и больше, это как минимум, да, основные, то есть это где можно купить недвижимость, это, в общем-то, такие поселки именно на земле, чтобы была земля, потому что в самом городе Анапе все-таки, как правило, земельный участок, ну, маленький. Вся плитых, земля плитых идет под строительство гостиниц и сдачу отдыхающим. Поэтому мы увидели эти дома, потом мы за ними так издали наблюдали, поселок растет, строится. И вот буквально в этом году, в конце апреля, перед майскими праздниками. Мы хотели в майские праздники вообще поехать по мосту, в Крым. Мы числа там 28-го, когда там было воскресенье. Муж мне говорит, давай проедем все-таки вот этот поселочек. Я в Витязево на работу все время езжу и вижу такой поселочек, ну как-то растет, растет, такие домики славненькие. Ну посмотрим, что там. Мы заехали, нас встретила менеджер, нам показала сразу дома. У нас были вот такие глаза, мы поняли, что мы хотим здесь жить. Вот прямо разом. Мы сразу выбрали дом, но немного другой квадратуры. Мы выбрали 106 квадратов. И когда мы в этих, в общем-то, нацелились на этот дом, но мы сели и думаем, ну у нас квартира, у нас дача, ну у нас нет живых вот таких денег, чтобы взять и купить дом. И мы сразу, на даче надо кое-что еще доделать, может быть, потом продать. И тут мы думаем, мы не будем ждать. Вот когда есть цель, мы не будем ждать. Мы просто надо брать и делать. Вот продавать это как правильно есть. Вот продавать в том виде, в котором мы можем продать. Где-то, может быть, двинуться в цене, чтобы продать быстро. Мы посчитали, мы укладываемся в цену этого, в общем-то, дома. И мы сразу выставили на продажу оба своих объекта. В течение 2 недель мы продали дачу прямо вот быстро, и оно пошло как по маслу, как говорится. Потом у нас нашлись покупатели на дом, ой, на квартиру. Квартиру. И мы уже, продав даже дачу, мы еще не ждали, пока там на квартиру у нас найдутся покупатели. Мы поняли, что мы ее продадим однозначно. Мы сразу приехали сюда, внесли задаток и заключили предварительный договор. Но когда приехали задаток отдавать и заключать предварительный договор, мы стали все-таки думать, о каком мы доме хотим жить.
И нам показалось мало 106 квадратов. Аппетит появился во время еды, да? Вот. Хотя мы переехали сюда вдвоем, у нас дети взрослые, у нас есть внуки, они живут там в Иркутске. Но мы понимаем, что есть родственники, которые приезжают. Сейчас они в нашу квартиру. Это не так комфортно приезжать, да, мы опять, кто-то у нас там на даче, кто-то в квартире, и, а здесь, чтобы мы могли принимать гостей, друзей, родственников. А их у вас сейчас будет еще больше. Еще больше будет, и вообще я могу сказать, что родственников появляется больше, когда ты переезжаешь на юг. Да, да, да. Вот, поэтому, и мы пошли смотреть дома, нам показалось там вот что-то. Нам понравилась вот эта планировка 130 квадратов именно тем, что здесь вот эта кухня-гостиная имеет два окна, она получается светлая, просторная, лестница, она хорошая лестница, она легкая, ну, в пространство она вписывается. В общем, вот эта гостиная просто, ну, вот шикарная. И она напоминает нам, кстати, у нас была квартира, вот когда мы из Иркутска уезжали, у нас была хорошая квартира с террасой. И вот там была вот такая же кухня, и я еще думала тогда, думаю, ну, это была квартира, то есть у нас на террасу могли что-то кинуть, плюнуть, условно говоря, да, то есть над нами жили жильцы, терраса была большая, но я еще сидела и думала, что вот нам бы вот такое расположение, но на юге где-то и в доме. И когда я зашла и увидела, и думаю, вот все мечты сбываются. Да, дом моей мечты. Да, все мечты сбываются. Ой, вот говорите. Он, тот дом с такой же гостиной, с террасой, с выходом на террасу. Вот такой же площади у нас и было все. Только плюсом еще у нас появилось еще больше. Та квартира у нас была все-таки двухкомнатная, хоть и крупная, а здесь у нас появилось 3 комнаты. На втором этаже? Да, и одна на втором этаже. Да, там еще санузел отдельный, в котором можно поставить джакузи, а здесь поставить душевую кабину. Санузел просторный. Вот мы сейчас кабину только монтируем, поскольку заехали буквально несколько дней назад. Да, еще сидим вот на коробках, кухни пока нет, вот что есть. И мы заходим в санузел. Но он просторный. Мы жили всегда в квартирах. Такого не было. То есть ты можешь поставить, вот тебе там есть где развернуться. Пожалуйста, у тебя все есть. И, в общем-то, и сам дом большой, и самое главное, хороший участок. Что еще сказать? Нам понравилось очень, в общем-то, ну, отношение, наверное, да, застройщика вот к тому, что они делают. Во-первых, хороший ремонт. Сейчас, спасибо. Сейчас многие говорят, вот мы возьмем без ремонта и будем под себя там чего-то делать. Я понимаю, что такое. Нам даже сейчас вот мебель выбрать, купить, сантехнику, это время, это возможности определенные. А здесь, в общем-то, когда ты приходишь в квартиру, где люди сами делают, я не знаю, там, может, даже где-то и хуже это сделано. То есть потолки хорошие, ровные стены. Плинтуса вдоль идут, то есть, ну вот все. Цветовую гамму все выбрали, в принципе, цветовую нормально, да? Цветовую гамму мы выбрали нормально, да. Ну, мы брали уже готовый дом, хочу сказать, что действительно застройщик здесь идет навстречу, и можно выбрать цвет любой комнаты, цвет любого пола, ламината, цвет плитки, все это по заявке под вас, да, делается, под твой интерьер, под твой вкус. Вот это нам очень понравилось. Плюс, конечно, участок. И землю вспахали, и выровняли, и отсыпали для парковки, для заезда, и тропинку к входу. Уже, во-первых, участок огорожен. Это немаловажно, потому что сейчас смотришь, дом строится, а участок не огорожен, начинают этот профиль делать потихонечку. А здесь уже все есть. То есть нам не надо ни огораживать участок, не отсыпать что-то. Конечно, там каждый уже плиточку что-то будет выкладывать, но вот минимум, который может быть, чтобы грязь не тащилась в дом, вот все соблюдено. Инфраструктура, там магазины, еще как-то вот уже ездите, смотрите. Мы пока, в общем-то, все равно работаем где-то и в городе, здесь присматриваем.
Насколько я знаю, нам говорили, что здесь что-то будет строиться рядом, и будет реконструкция трассы, и будет именно поворот и заезд выделен. Мы надеемся очень, что так будет. Хотя, в принципе, ну, здесь вот так расположение вот оптимальное, хорошее. И магазины, пожалуйста, можно в Витязево, пожалуйста, можно и в Цыбанабалку. Мимо едем в Воскресенский хутор. Там проблем нет вообще. Вообще проблем нет с магазинами, с инфраструктурой. Детские сады тоже в этих, во всех, и школы в поселках, хуторах, вот рядышком совершенно, буквально там несколько метров от ворот на Цыбанабалку, насколько я знаю, там школы, садики, и мы туда вроде относимся, и пятихатки рядышком, может, пожалуйста, там, кадетская школа для мальчиков. Ну, в общем, нас все устраивает. Устраивает, да. Ну, ваша улица так прям хорошо заселяется, поэтому да. Мы тоже рады, что вы выбрали нашу компанию. Спасибо вам. Живите счастливо, как бы обустраивайтесь. Ну, поживете, придем к вам еще попозже, узнаем, какого впечатления там после того, как полгода или год уже прожили. Поэтому спасибо вам за то, что оставили отзыв. Благодарим вас за то, что вы выслушали наш ролик до конца. Всем, кто желает приехать и посмотреть наш поселок в Анапе, обращайтесь к нам по телефону, который вы сейчас видите, или пишите комментарии ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Вас мы можем встретить на ЖД вокзалах и в аэропорту, показать полностью все, что у нас есть на сегодняшний момент, разместить в наших гостиницах, предоставить жилье, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Подписывайтесь также на наш Инстаграм, там более подробная информация, каждый день выкладывается что-то новое о нас, о нашей компании, о домах, которые есть в наличии. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч! Редактор